Всем привет, я Кила, и сегодня, смотрите, у меня сегодня короткое будет видео, но довольно такое информативное. Просто работы здесь еще много, и мне не терпится все равно показать вам уже очень красивую и простую в исполнении идею. Можно шить как угодно, это домики. Можно нарисовать себе модель. Вот, а можно просто, вот я, например, шью, как какие есть лоскуточки, такие и кладу. И вот сейчас покажу вам, как я приноровилась довольно быстро, без всяких там, знаете, без заморочек, шить эти домики. Вот у меня газета 15 сантиметров. По газете мне удобнее, потому что, так как я не краю детали, и все домики разные, то по газете мне удобнее ориентироваться на размер, понимаете, будущего блока. И потом выравнивать это проще. Вот, я взяла просто, какие у меня были лоскуточки. Я говорю, можно запланировать рисунок какой-то там, выкроить, это все понятно. Но я вам сейчас решила показать, как я это делаю. Я без всякого кроя вот так вот понашила. Приблизительно так я представляю, как и что будет, да? Просто в голове там примерно. Вот, и теперь еще один синий лоскуток. И забегая вперед, скажу, синий, единственное, что я здесь определила, это синий фон у меня будет, например. Вот на синем фоне вот эти домики. Такое почти ночное небо получается. Вот, и видите, вот эти полосочки вертикальные, я перекрыла вот так вот горизонтально, можно одной полосой, там одного цвета можно вот так вот сделать, я делала тем, что есть, вот, а дальше нашила вот так вот уголочки, вот и все, и у меня получилась крыша, домик, и вот такая вот красивая красная с хохломой крыша, вот. Ну и, разумеется, эти домики могут быть какой угодно формы, модели. Это все уже на ваше усмотрение. Вот он, видите. И теперь мне легко, довольно просто выровнять все это можно, потому что вот по газете мне легко и просто ориентироваться. Ну, конечно, ножом, там линейкой пользоваться удобно. Просто я здесь вот на съемку, не отходя, как говорится, далеко от машинки, показала вам сразу, как это все делала. Вот, а потом убираете газетку, и бложек у вас готов. Вот таких всяких домиков. Мне кажется, чем различнее они будут, тем будет интереснее. Но это на вкус каждого, можно одинаковых поношить. Да, я хочу разные домики. Вот, и я поношила несколько блоков, и сейчас посмотрите, как они смотрятся все вместе. Вот по отдельности, вот здесь, видите, есть и маленькие, и большие, и один домик там на весь блок, или два домика на блок, понимаете, на этот 15-сантиметровый, я имею в виду. Видите, вот совершенно разные формы, мне очень нравится, когда именно разные формы, и смотрится это... интересно, так красиво. Вот, и шить это интересно. Потому что ты на ходу придумываешь. Смотрите, какая прелесть получается. Я здесь просто положила на лоскут, на синий, чтобы иметь представление. Но, естественно, весь этот лоскут я использовать не буду. Вот они, блоки. И я так понимаю, что я их, наверное, сошью сначала вот в такие полосы. То есть между собой эти блоки, да? А потом соединю эти полосы через синюю полосочку. Вот. Но это может быть уже как угодно на ваше усмотрение. Можно вставить окна, двери, вышивочку, декоративные стежочки, пуговицы, бусинки, цветочки, все что угодно. Деревца посадить, крылечко там, дорожки. Все это можно... добавить. Мне кажется, чем больше будет мелких деталей, тем еще интереснее. Но у меня уже опять-таки маленькие. Вот представьте, это 15-сантиметровые блоки. На некоторых из них по два домика есть. Поэтому тут, конечно, переборщить сложно. Все равно будет красиво. Но
посмотрим. В общем, работы тут еще, как вы понимаете, много. Вот можно всякие кружавчики, пуговицы какие-то, брелочки, что-то использовать, да? Декоративные стежки, бусинки, бисер. Можно все абсолютно использовать в таком квилте. И мне кажется, получится прям милота, милота. Вот такое рукоделие, вот такую идею решила вам сегодня показать. Может быть, вам пригодится. Ну а на этом буду с вами прощаться. Желаю вам приятного рукоделия и бесконечного вдохновения. Всего вам доброго. Пока-пока.